Два часа. Поэтому я дам вам по 10 секунд. Надо сказать, как вас зовут, из какого вы города. Коротко результат по на машине и деньги. Ясно? Сколько вы заработали денег, за какой срок. Это надо уложиться в 7 секунд. Меня зовут Олег, я из Севастополя. Свой результат я уже по машине рассказал, заработал кучу денег. Так, давай, выходите, да, Владимир Тарасюк из Гайсена в бизнесе меньше 2 месяцев заработал $3200. Результат по использованию продукта Toyota Hiace 20% экономии. Виктор Белобородько, город Ровно. В бизнесе уже 7,5 месяцев. За это время заработал $7200. А у меня машина Opel Omega 2.5 турбодизель и с 6.3 уменьшился расход до 5.4, то есть 20%. Евгений Корнеев, город Москва, 2,5 месяца в бизнесе, заработал $2800, автомобиль Honda Civic, 15% экономии. Пастухова Марина, Вятские Поляны, в бизнесе 3 месяц, на 2 месяц доход $1000. Я сама не водитель, но людям нравится. Николай Давыденко, Днепропетровск, в бизнесе 4 месяца, заработал около $2000. Результат, с товарищем, если пассажиры прилетели сюда, часа до 4, до 5 летели. Меня зовут Виктор Кожанов, я из города Кольчугино, заработал около $30000. У меня машина Nissan Almera, люкс с автоматической коробкой, 23% экономии. Сколько это тысяч? Около 8 месяцев. 8 месяцев, $30000. Пенсионер, шахтер из Воркуты. Николай, Одесская область, в бизнесе меньше 2 месяцев. Заработал за это время $1500. Езжу на Nissan X-Trail. Экономия примерно 20%. Олег Касанко, Одесская область, в бизнесе ровно год, заработал $2000, средняя экономия Toyota Avensis 22-23%. Добрый день, Владимир, я из Донецка. Приду пару примеров по моим клиентам. Mitsubishi Lancer 21% на втором баке уже, Renault Magma грузовик, был расход 40, стал 33, в бизнесе 7 месяцев, за последнюю неделю более $500. Ченко Владимир, Днепропетровск, дача Логан Универсал, расход был 9,5, сейчас 6,5, а за 3 месяца заработал около 2000. Сов Герасим, Таганрог, значит, у друга расход с 15 на 12 упал за 2 месяца, $1450. За 2 месяца $1450. Гученко Андрей, город Донецк, машина Cherry Jaguar, 25% экономии, активно в бизнесе 2 месяца, заработал $1650. Артем, Севастополь, 1600 заработал, Honda Jazz машина, расход упал на 20-25%. Фуры заправляются, тоже хорошие расходы, 20% стабильно. Шнайдеров Николай, город Хмельницкий. В данный момент автомобиля нету, но все друзья, знакомые ездят на биокатализаторе. Лучший результат вот у дальнобойщика, друг, привез $600, то, что должно было сгореть. То есть всем нравится. В бизнесе 8 месяцев, пригласил больше 35 человек, в команде 4800 человек. Каждодневный доход $50 в день. Сергей Блинковский, Одесса. Экономим, экономят, зарабатываем, помогаем заработать.